Мы являемся приемопередатчиками информации. Мы как берем что-то от всемирной космической паутины, так и отдаем. И что интересно, один из главных способов, лучших средств приема и передачи информации через кристаллы, кварцевые кристаллы. И оказывается, человеческое тело — это большой жидкий кварцевый кристалл. Оболочка каждой клетки, а в нас самих триллионы, это кварцевый кристалл, жидкий кристалл. Наша Земля — гигантский кристалл. Каждая песчинка, мои дорогие, — это кристалл. И наша Земля тоже принимает и передает информацию в этой космической паутине. ДНК — это прямопередатчик информации. Она сделана таким образом. Это статья ДНК. По характеристикам формы этой огромной молекулы, витой двойной спирали, ДНК представляет собой идеальную электромагнитную антенну. С одной стороны, она вытянута и, следовательно, является продолговатым объектом, отлично принимающим электрические импульсы. С другой стороны, если взглянуть на нее сверху, она имеет форму кольца, а значит, это хорошая магнитная антенна. Мы принимаем и передаем все время через то, что является телом-компьютером. Энергетическое поле ауры подключено к нам через то, что мы называем чакрами, в переводе санскрита «колесо света». И это подключено к тому, что мы называем физическим телом через эндокринную систему, образуемую железами, две из которых, именуемые гипофизом и шишковидной железой, вместе образуют то, что известно как третий глаз. Возможность связаться с потусторонним посредством шестого чувства. Сейчас все, что может закрыть его, держит нас в реальности пяти чувств и мешает нам прорваться к нашему большому «я». Вот где они хотят, чтобы мы всегда находились, где они уже заключили, как в тюрьме, так много людей, подавляющее большинство в этой стране, в тюрьме ложной личности. Мир выглядит твердым, действительно, но это не так. Он не такой, даже если кажется таковым. Если вы стучитесь головой о стену так же, как шли бы по углям, в уверенности, что обожжете ноги, что ж, это ваше дело. Но мир не плотный, поскольку состоит из атомов. И как доказала квантовая физика, в атомах нет плотности. Как может ничто, что по сути пустое пространство, формировать плотный мир? Не может. Он выглядит так по причине того, что подобная информация в волновой метафизической вселенной декодируется как плотность, как твердость. В очередной раз мы всего лишь декодируем таким образом реальность, придающую окружающему миру форму. Мы считываем информацию с диском и выводим ее на экран. Это выглядит, как будто имеет пространственно-временную плотность, но это не так. Это просто считываемая информация. Вот что по-настоящему происходит с нами. С точки зрения квантовой физики, материи вообще не существует. Я к чему? Я к тому, что нам всем до конца непонятно, почему человек, состоящий практически почти на 100% из пустоты, не может пройти сквозь стену, которая состоит тоже почти на 100% из пустоты. Вот внутри каждого из нас частицы расположены. Ну, примерно. Сопоставимый такой плотностью, как, например, планеты и звезды в космосе. Вот каждая частица в нашем теле от другой частицы находится на расстоянии, сопоставимом с расстоянием планетарных объектов. Большинство из нас представляет себе электрон в виде вращающейся маленькой сферы или мячика. Но нет ничего более далекого от истины. Причина, по которой мир выглядит твердым, трехмерным, в том, что мы живем в голографическом мире. Мы видим голограммы, мы можем купить их в магазине, где они выглядят трехмерными, но на самом деле все иначе, это только иллюзия, так это сделано. Вот как это происходит. При помощи лазера, часть лазера идет на объект, который фотографируется, другая часть прямо на фотопластинку. Затем часть, падающая на объект, также попадает на фотопластинку. Они сталкиваются, две части лазерного луча сталкиваются, создавая волновую структуру. В голографии это называется интерференционная картина или интерферограмма.
Это как уронить два камня в пруд, а затем волны, ими вызванные, сталкиваются между собой. И это волновая репрезентация того, где упали камни, с какой высоты, какого веса они были, какого размера и прочее, прочее. Вот так выглядит волновая структура на голографическом отпечатке. Это информация, вроде ничего такого, очень похоже на отпечатки пальцев, что на самом деле не зря. Но что же это? Направь на это лазер, и вдруг трехмерное, мало того, выглядящее по-настоящему плотным изображение появляется перед нами. Именно так мы создаем реальность. Она голографическая. Так что мы создаем голографическую версию данной информации, так же, как происходит с обычной голограммой в нашей голове. Вот откуда идет это построение. Что смешно, я говорю об этом годами. И тут я натыкаюсь на этот очень-очень официальный журнал New Scientist за январь 2009 года. На его обложке вижу: «Вы голограмма, проецируемая с края Вселенной». И вам не обязательно проходить все круги Академии, что чаще всего наихудший из возможных вариантов, поскольку вы будете ограничены размерами коробки, размерами почтовой марки своих убеждений, чтобы понимать реальность. Нужно лишь принять это, она вокруг нас, несет в себе это знание. И тут возникает вопрос, каким образом что-либо может быть и волной, и частицей одновременно? То, что квантовая физика открыла, сама удивившись, что, да как такое может быть? Очень просто. После создания голограммы, волна никуда не исчезает, пока голограмма проецируется. Они обе существуют одновременно. Информационное построение и декодированная голографическая форма. Частицы и волна существуют одновременно. Все до смешного просто. Люди часто считают это очень сложным. Одно из интереснейших свойств голограммы — то, что каждая ее часть — это меньшая версия целого. Поэтому если разрезать голографический снимок на четыре части и направить лазер на одну из них, вы получите не четвертую часть картинки. Вы получите вчетверо меньшую версию всего изображения. По этой причине из-за этого происходят подобные вещи. Поэтому рефлексологи имеют возможность находить точки на руках и ногах и еще где-то, соотносящиеся с различными органами и частями тела. Таким же образом акупунктура способна, как и рефлексология, используя точки на ушах, делать что-то здесь, это влияет на сердце, сделать что-то здесь, это влияет на печень. Потому что это голограмма. И это должно быть так, ведь каждая часть голограммы является малой версией целого. «Голографическая кровь» — это книга американского физика, которого зовут Харви Бигглсон. Я видел это. Он обнаружил голографические изображения в крови. Я смотрел сквозь один из его всерьез мощных микроскопов, и пока он увеличивал и увеличивал и увеличивал изображение, моя кровь превратилась из крови, в общем понимании, в кварцевый кристалл. Когда мы дошли до максимального уровня, вот что мы есть — кристаллы. Что ж, раз мы живем в голографической реальности, где все малая версия целого, мы сталкиваемся с принципом как вверху, так и внизу. Посему энергетическое поле человека столь же похоже на энергетическое поле Земли, ведь мы меньшая часть голограммы Земли, а голограмма Земли — меньшая часть еще большей голограммы. На одном из уровней эта реальность имеет цифровую природу, и они создают сейчас, и это исключительно значимо по отношению к тому, что я всегда говорил, они создают сейчас цифровые голограммы, построенные по принципу слегка отличающемуся от того, что был ранее. И некоторые из этих цифровых голограмм, это одна из них, используются на презентациях для продажи товаров и так далее. И люди боятся пройти сквозь голограмму, потому что она выглядит как настоящая, твердая. Вот что это такое. Цифровые голограммы. Цифровые голограммы. Вот какова реальность, в которой мы обитаем, то, что я называю видимым миром. По этой причине работают цифры, нумерология. Нумерология способна предсказывать события, провоцировать их, потому что работает на цифровом уровне реальности. Компьютеры функционируют по двоичной схеме, где включение-выключение электрических зарядов символизирует единицы и нули. Сейчас начаты разработки компьютеров на троичных системах с третьей цифрой, минус один. В
Вот и она. 512 кубит. Тысячи раз быстрее, чем любой из сегодняшних суперкомпьютеров. Впечатляет. А человеческий мозг работает как на двоичных или троичных включить-выключить системах электрических импульсов и, конечно, А, С, Г и Т, коды ДНК, также хорошо вписываются в схему. Так что, когда в фильмах вроде «Матрицы» мы видели проекцию поверх физического мира, это был цифровой мир, так же, как и наш, является именно таким же. И, как я говорил, ученые не въехали в подобные вещи, основное направление, поскольку фокусируются на своих узких дисциплинах, своих индивидуальных точках, и не соединяют эти точки, следовательно, не в состоянии видеть картину целиком. Я недавно смотрел передачу, обычную научную программу, задававшую один вопрос, как минимум в течение часа, какое число самое большое? А потом шли эти бесконечные цифры. Это продолжалось и продолжалось. Они честно пытались ответить на заданный вопрос. Что ж, я скажу вам самое большое число. Вот оно. Бесконечность. Не существует самого большого числа, только всевозможность. А числа — это цифровой уровень этой реальности. И поэтому числа представляют собой разные состояния волны вибрации. В результате мы способны манипулировать реальностью посредством чисел и нумерологии. Поскольку вы манипулируете этим уровнем декодированного конструкта, построения. Так что же все это значит? Мы живем как ложные личности. Мы считаем себя людьми, тогда как мы сознание. Мы многоуровневое сознание. Не просто тело, а сознание. Некоторые люди пережили околосмертный опыт и по возвращении рассказывают о том, что с ними происходило, когда они были при смерти. Иногда они упоминают туннель. Потом они возвращаются после того, как тело было покинуто сознанием на короткое время. Этот рассказ мог бы заменить почти любой из подобных. Все с самого начала, мое рождение, мои предки, мои дети, моя супруга, все сошлось вместе одновременно. Я видел все, что имело отношение ко мне и к тем, кто собрался вокруг меня. Я знал все, что они думают, о чем они думали раньше, что происходило когда-то, что происходит сейчас. Времени не существует. Нет никакой последовательности событий, ограничений, подобных расстоянию, временным отрезкам, месту. Я мог оказаться где бы ни пожелал одновременно. Именно тело-компьютер вводит нас в заблуждение всем перечисленным. Чтобы держать нас в неволе, нас заточили в левом полушарии мозга. У нас их два — правое полушарие и левое полушарие, и мозг, называемый мозолистым телом, посредством которого они соединяются между собой и должны обмениваться информацией. Правая половина мозга может находиться в очень и очень разных состояниях. Оно всегда где-то там, это воображение, связь с потусторонним и все такое. Левая половина имеет дело с числами, словами, последовательностями, распределяет все иерархически и все такое прочее. Чего же хочет система? Держать нас в левом полушарии, потому что когда мы здесь, а не здесь, мы тут. И вся система устроена таким образом, чтобы держать нас здесь, образовательная система и все остальное. Она рассказала о заведении, куда ходят все местные дети. Называется средняя школа. Средняя школа... Да, да, я читал что-то про них в журнале «Психические аномалии». Я как-то нашел это. Разделение функций правого и левого полушарий. Правому хочется назвать цвет, левое хочет иметь дело с языком. Оно хочет назвать слово. Что интересно, когда пытаешься пройти испытание и назвать цвет, это очень сложно. Для многих назвать цвет вместо слова. Сказать зеленый вместо того, что хочет левая половина, то есть желтый. И функции обоих исключительно различные. Если посмотреть на мозг, очевидно, что кора двух полушарий абсолютно разделена. Для тех из вас, кто понимает в компьютерах, правое полушарие ведет себя как параллельный процессор, а левое как процессор последовательной обработки данных. Эта дама
исследователь мозга, нейроанатом, зовут ее Джилл Болти Тейлор, стала известной после того, как с ней случился удар в 90-х годах. По-моему, она пережила инсульт в левом полушарии мозга, продолжая оставаться в сознании большую часть времени, поэтому испытала все случившееся. В течение 4 часов я наблюдала за тем, как мой мозг абсолютно потерял способность обрабатывать любую информацию. Наши левые полушария мыслят языком. Это бесконечная мозговая болтовня, которая связывает меня и мой внутренний мир с моим миром внешним. Это такой голосок, который говорит мне: «Не забудь купить бананы по дороге домой, они мне будут нужны утром». Это постоянно вычисляющий механизм, рассудок, который напоминает мне, когда пора устраивать стирку. Пожалуй, самое главное — то, что этот голосок говорит мне: «Я есть. Я есть». Именно эту часть мозга я и потеряла тем утром, когда у меня случился инсульт. Я встала на свой кардиотренажер, не просто дорожку, а тренажер для всего тела. И вот я занимаюсь на этой машине, и вдруг понимаю, что мои руки похожи на какие-то первобытные лапы, вцепившиеся в рукоятку. Я стою, прислонившись к стене, и смотрю на свою руку, и понимаю, что я не могу уже точно определить границы своего тела. Я не могу понять, где я начинаюсь и где заканчиваюсь, потому что все атомы и молекулы моей руки смешались с атомами и молекулами стены. Я могу обнаружить только энергию, и все. И в этот момент болтовня в моем мозгу, в моем левом полушарии, вдруг абсолютно затихла. Как будто кто-то взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку выключения звука. Полная тишина. Сначала я была в шоке от того, что нахожусь внутри безмолвного разума. Но тут же оказалась полностью поглощена величием окружавшей меня энергии. А поскольку я уже не могла определить границы своего тела, я чувствовала себя просто громадной. Я ощущала единение с энергией. Там было прекрасно. Представьте себе, все взаимоотношения с людьми во внешнем мире и стресс с ними связаны пропали. Я почувствовала умиротворение. Вообразите, каково это — потерять 37 лет эмоционального багажа. Я была в эйфории. Когда она попыталась, в конце концов, левое полушарие в какой-то момент вернулась в эфир, требуя позвать на помощь, позвонить на работу коллеге, чтобы он помог ей. Так, мне надо позвать на помощь, мне надо позвонить на работу. Я не могла вспомнить свой рабочий телефон, но я вспомнила, что в кабинете у меня лежит визитка с моим рабочим номером. Я иду в кабинет и достаю толстую стопку визиток. Я смотрю на верхнюю карточку, и хотя я мысленно четко представляю себе, как выглядела моя визитная карточка, я не могу понять, она это или нет. Потому что я вижу только пиксели. Пиксели слов смешиваются с пикселями фона и пикселями каких-то символов. И я просто не могу ничего понять. Она видела эту реальность на один шаг назад, в ее цифровом виде, как пиксели. Просмотреть 2 сантиметра из этой стопки карточек заняло у меня 45 минут. Тем временем за эти 45 минут кровоизлияние в моем левом полушарии увеличивалось. Я не понимала цифры, я не понимала, как устроен телефон. Но это мой единственный план спасения. Тогда я беру телефон, кладу его вот сюда. Я беру карточку, кладу ее сюда. И я нахожу закорючки на карточке, по форме похожие на закорючки на телефонном аппарате. Но тут я снова уплываю в страну грез. И когда возвращаюсь в реальность, уже не помню, какие цифры я успела набрать. Мне пришлось взять парализованную руку, как культю, и прикрывать ею те цифры, которые я уже набрала. Когда я возвращалась к обычной реальности, я могла понять, что да, эту цифру я уже набрала. В конце концов, я набрала весь номер, и вот я слушаю гудки в телефоне. Мой коллега берет трубку и говорит мне: «Вау, вау, вау, вау». А я думаю: «Господи, он говорит, как золотистый ретривер». И в моем мозгу четко звучит то, что я ему говорю: «Это Джилл, мне нужна помощь». Но на самом деле голос мой произносит: «Вау, вау, вау». Поскольку звуковая вибрация не декодировалась левой половиной мозга, отвечающей за знание языка, слова, которые мы способны понимать. In that
В этот момент я поняла, что уже не являюсь хореографом своей жизни. И либо врачи спасут мое тело и дадут мне второй шанс пожить, либо, наверное, настал мой момент смерти. Когда я проснулась позже в этот же день, я была шокирована тем, что еще жива. Когда я почувствовала, что дух мой сдался, я попрощалась с жизнью, и мой разум теперь был подвешен между двумя противоположными плоскостями реальности. Стимулы, поступавшие через мои сенсорные системы, казались чистой болью. Свет огнем обжигал мой мозг, а звуки были такими громкими и хаотичными, что я не могла вычленить отдельный голос из шумового фона, и мне хотелось только спастись бегством. Поскольку я не могла определить положение моего тела в пространстве, я чувствовала себя огромной, гигантской, как джинн, которого освободили из бутылки. А дух мой парил на свободе, как огромный кит, плывущий по морю безмолвной эйфории. Это была нирвана. Я обрела нирвану. И я помню, как я подумала, что никогда и никаким образом не смогу я запихнуть себя, такую громадную, обратно в это маленькое, малюсенькое тело. Через 2,5 недели после кровоизлияния хирурги вскрыли мой череп и удалили сгусток крови размером с мячик для гольфа, который давил на мои речевые центры. На этой фотографии я и моя мама, настоящий ангел в моей жизни. Полное выздоровление заняло 8 лет моей жизни. Система хочет, устанавливая защитные стены, такие как образование, наука, политика, СМИ, рассуждения близких, держать правое полушарие в неведении. И это исключительно важно, поскольку все эти вещи — части защитного механизма, сохраняющего нас в реальности левого полушария, вне бесконечности правого. В наше время некоторые люди их называют «савантами-аутистами», как вот этот человек Стивен Уилшер, могут пользоваться правой половиной, возможно, так, как недоступно другим людям. И поэтому он в состоянии делать фантастические вещи. Этого парня, Стивена Уилшера, канал BBC катал в течение получаса на вертолете над Лондоном, не позволяя ему пользоваться чем-либо, кроме собственных глаз. И вернувшись на землю, он нарисовал Лондон с высоты птичьего полета с невероятной точностью. Почему? Потому что он имеет возможность пользоваться бесконечным потенциалом, о котором левополушарные люди, большинство людей в мире, даже не догадываются. Этот парень, Дэниел Таммет, еще один савант, также способен на невероятное. Однажды он поспорил, что выучит исландский язык за неделю. А этот язык исключительно сложен для изучения. Я имею в виду, что никто на телевидении не пользовался в своих новостях. Никто не пользовался настоящим именем того вулкана в Исландии. Помните? Они просто не могут его, блин, произнести. Этот парень вернулся на экраны неделю спустя, говоря на исландском. А его учитель исландского сказал: «Он не человек». Да! Он не человек. Он человек, какими мы когда-то были и будем снова, когда нынешнее подавление нашего потенциала и наших бесконечных возможностей уйдет в прошлое, и все это дерьмо закончится. Мы поклоняемся интеллекту. О, у него блестящий ум. О, он был на хорошем счету в Оксфорде. О, он поступил в Гарвард. Ум, разум — это настолько низкий уровень осознания. Он должен выступать средством исследования в этой реальности, слугой сознания, но стал нашим господином. Стал предметом поклонения. И вот каков замкнутый интеллект. Вот каков замкнутый интеллект. Мы с вами дошли до самого важного. Это развилка на дороге, ответ на вопрос, станем ли мы сознанием или останемся разумом, станем ли мы всем, что есть, или останемся маленькими «я». Это скорее не «освободи свой разум», это «освободи себя от разума».
Вот почему общество построено таким образом, чтобы полностью поглотить нас, затопить нас происходящим вокруг, чтобы оккупировать наш разум. Откройте свой разум. Станьте всем, что есть. Бесконечная любовь — единственная истина, все прочее — иллюзия. Что такое бесконечная любовь? Всевозможность. Бесконечная возможность. Выбор между головой, мышлением, интеллектом и сердцем, знанием, более широким самосознанием. После этого мы начинаем получать доступ к этому более полноводному потоку информации, видеть мир совершенно другого уровня. Начинаем получать доступ с того момента, как выбираемся из тюрьмы разума. Все эти другие реальности, которые доступны и воспринимаемы, где можно собирать озарения, краящиеся в информации оттуда, которая отрицалась при существовании в запертом, замкнутом в себе разуме. Как сказал Уильям Блейк, если бы двери восприятия очистились, все пристало бы перед человеком как есть, бесконечным. Но система контроля играет за то, чтобы подобный казус не случился. Рене Декарт, французский математик и философ, определяя, кто мы есть, сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». И я бы модернизировал это до уровня тела компьютера и сказал бы так: «Я вычисляю, следовательно, существую». Более того, в царстве сознания это просто «Я есть, следовательно, я есть». Я есть все, что есть, было и когда-либо будет. И эта многоуровневая страна чудес держит в тайне от нас это знание, чтобы не выпустить людей из душевного состояния маленького «я». Только так крайне немногие могут контролировать миллиарды. Без этого знания мы не в состоянии понять заговор и то, как он работает. И вопрос в том, кто стоит за всем этим. Заметьте, они уже прячутся. Ты сообразительнее остальных. Там есть другие? Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху Матрицы очередным системным сбоем. И в таком случае это уже шестая версия. Сообразительнее остальных. Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху Матрицы очередным системным сбоем. И в таком случае это уже шестая версия. И в таком случае это уже шестая версия.